Мы продолжаем нашу прогулку по городу Тверь. Преображенский собор пока закрыт, идет реставрация. А за моей спиной картинная галерея. Сейчас я вам ее покажу. Картинная галерея. Ранее это был Тверской путевой императорский дворец, если я не ошибаюсь. Это старый Волжский мост. Ну, соответственно, через реку Волгу. А это место в городе Твери я очень люблю. Набережная. Я считаю, это самое красивое место. Городской пляж. И, как видите, довольно-таки много людей. Ну, если не купаются, то, по крайней мере, загорают. Чудесный день, чудесный город. Не уходите далеко, наше путешествие продолжается.